Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Брикрикс, друзья. Сегодня мы посмотрим на новое обновление в этой игре, которое пока что в бете, но оно, в принципе, уже доступно, если играть в бета-ветке, друзья. Здесь много чего нового, но самое главное, это, естественно, новый город. Но давайте с вами сначала начнем с главного меню. То есть оно стало другое, оно из низа, по-моему, оно было снизу сначала, оно перекочевала, так сказать, налево. Теперь это левый столбец. Ну, как-то выглядит, на самом деле, знаете, так бедненько. И теперь нельзя... А, нет, можно. Я только что пытался сломать машину, и вроде как нельзя было. Но эту фишку все-таки оставили. Это прикольно. Но как-то она, блин, стала труднее ломаться. Ну, в принципе, это не самое главное. Так, что у нас здесь вообще новенького? Ну, кнопка play, также сервер-браузер, в принципе, все как и было. Так, опции немножко, видите, теперь... здесь нажимайте опции, здесь... теперь вот такие вот выборы. Или так же и было. Не помню, на самом деле уже как было. Вот что-то появилось новенькое. Profanity фильтр. Честно говоря, не знаю, что это такое. Так, ну а так в целом, в принципе, все то же самое и осталось. Хотя, нет, можно, смотрите, можно теперь радиус обзора менять. Градус, радиус. Ну вы поняли. Так, FPS лимит вроде как был. Так, здесь это можно повыше сделать. Так, резолюшн. Так, остальное вроде все было. Controls, graphics, gameplay. Так, ну вроде бы все, да? Если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, вроде бы все. В общем, давайте play. Вот она, новая карта. Бриксвилл. То есть это прям огромный город, друзья. Я просто когда в первый раз запустил, я офигел от его размеров. Так, давайте-ка мы давайте тогда, наверное, с вами... ну, во-первых, давайте посмотрим на всю карту. Вы посмотрите. Вот сам огромный город. Не знаю, а раньше, по-моему, обычный сити, это был, по-моему, вот. Где-то вот так вот. Вот столько. А теперь смотрите, это вот такой город, плюс здесь еще деревушка рядом, огромный аэропорт, тут какой-то еще вроде как маленький аэропорт. Но это, я так понял, здесь еще недостроенная территория есть кое-где. Здесь, по-моему... Ну, в общем, давайте мы все посмотрим. Давайте начнем с пригорода, с маленького пригорода. Возьмем какую-нибудь машинку. Честно говоря, перед записью попробовал взять автобус стандартный, но он почему-то вылетел. У меня игра зависла и вылетела, поэтому не знаю, как это сейчас у нас с вами получится. Давайте попробуем вот этот обычный автомобильчик маленький взять. Не, вроде нормально все. Блин, ребят, давайте-ка, мне прям уже не терпится прокатиться по этому городу. Так, если мы налево поедем, то мы поедем, то мы, получается, будем выезжать из этого пригорода. Блин, ребят, посмотрите на вот этот вид. Как выглядит этот город. Я вот на самом деле не знаю, это был как бы из сити сделано, то есть из самой первой карты, либо это все с нуля сделано. В общем, сейчас с вами посмотрим. Так, здесь Бриксвилл, здесь как-то, смотрите, такая, такой реально пригород, то есть здесь дорога такая, без бордюров. Блин, да, домики вообще крутые, ребят. Домики крутые. Вот здесь вот уже можно, мне кажется, четко снимать жизнь Турбо, то есть я могу... Ребят, если вы хотите, чтобы я продолжил снимать жизнь Турбо, то есть просто первая серия второго сезона как-то, ну, так средненько зашла, думал, получше зайдет. Но в целом, блин, мне кажется, вот можно, знаете, сюда будет переехать после того инцидента. То есть, ребят, если у вас есть желание, чтобы я продолжал снимать жизнь Турбо, пишите в комментариях и ставьте лайки. Так, здесь у нас, смотрите, здесь у нас есть пицца, то есть пиццерия. Блин, ребят, ну, мне это уже нравится. То есть здесь, видите, такие нестандартные домики, как были там. А здесь, смотрите, опа, пиццерия стоит, например. То есть это все уже можно как-то отыгрывать. И это очень круто. Так, здесь какой-то гараж. Отдельно стоящий гараж. Блин, домики все разные, что очень... Ого, ребята, вы тоже это видите? Сейчас мы это с вами проверим дело. Так, здесь у нас пожарная станция. Заправочка. Блин, ребята, ну, очень круто. Посмотрите, здесь еще один трамплин. Блин, ребят, ну я не знаю, мне уже эта карта нравится. Теперь понятно, почему достаточно давно не было обновлений. Потому что, ну я так понял, тут разработчик делает что-то прям невообразимо лютое. Так, еще один трамплин. Так, давайте-ка тут проедемся. Блин, ну тут опасно на самом деле. Здесь гребаные горы, по которым хрен проедешь. Так, здесь тоже какой-то типа гаражик. Так, ну здесь в принципе уже такие более-менее одинаковые домики пошли. Поэтому есть вариантик разогнаться. Сильно. Так, ну тут, я думаю, конец карты, да? Ну да, там гора, а туда-туда лучше не ехать. Так, давайте, ого, вот это, блин, полицейский разворот от Турбо. Так, давайте-ка мы вот так вот, опачки. Так, назад сдадим. Восстановимся, ребят, ну и давайте попробуем. Мне кажется, я обязан был это сделать. Ёлки-палки, блин, ребята. Вот это офигенно. Не, ребята, это реально офигенно. То есть, вроде бы, такая мелочь, просто трамплинчик стандартный, но с этим трамплинчиком здесь можно всякие штучки понавыдумывать, всякие сирики-то понаснимать, это достаточно круто. Блин, хочу еще вот туда врезаться, прям смотрите, по главной вот этой улице
А если мы возьмем разгонщик по главной улице, и мы там куда-нибудь в гору улетим, тоже достаточно будет, я думаю, эпично. Сейчас мы посмотрим. Блин, хотя я тут... Ой-ой, блин, блин. Ну, такое. Там из-за вот этих вот выступов, не выступов, думаю, из-за того, что дорога такая неровная, получилось, что мы особо нормально не заехали на трамплин. Ну, в принципе, не важно, что ж, давайте тогда мы начнем выезжать из этого пригорода. Из этого пригорода. Поедем, наверное, сначала заглянем в аэропорт, а потом уже в самый главный наш город. Блин, ребят, ну я не знаю, мне пока что карта безумно нравится. Не знаю, как вам. Давайте мы в комментариях напишем. Ну, вы напишите, я тоже напишу по 10-бальной системе, как вам эта карта. Но, по-моему, реально, блин, 10. Ну, не ладно, может быть, пока что не 10, пока она не до конца доработана. Может быть, 8 из 10. На самом деле, вот тут вот дорога спорная. Она какая-то, блин, слишком рваная, мне кажется. Слишком такая какая-то квадратная. То есть, вот эти вот... Как будто, знаете, как будто это краской нарисовали дорогу, а не выложен асфальт или что-то такое. Здесь можно было, кстати, гравичку, я думаю, даже сделать лучше, чем вот такой вот асфальтированный. Вот так, если бы гравийка была... Тогда еще более-менее вот эти вот штуки были бы понятны, такие какие-то заступы. А так немножечко как-то нереалистично, что ли. Не знаю, ну не мне решать, не мне судить. Все-таки это как разработчик захотел, значит так в принципе и должно быть. Ребят, ну я думаю, что на этой карте можно и крутые погоньки поснимать. Вообще можно много чего поснимать. Естественно, предлагайте в комментарии свои идейки. И для меня одного, и для нас с Рунтиком. Мы обязательно прислушаемся. Ну, я-то точно прислушаюсь. Не знаю, если Рунтик зайдет на этот видос, почитает комментарий, тогда он точно прислушается. Так, здесь у нас, походу, аэропорт. Давайте-ка починимся. Да, здесь аэропорт. Давайте мы здесь уже вот так посмотрим. Смотрите, здесь есть даже вот такой вот ангар. О, это, походу, здесь можно заспавнить самолет. Подождите, давайте-ка мы с вами это проверим. Вроде какой-то самолет. Ну, любой, в общем, самолет попробуем. Главное, чтобы не лагало. То есть мы вот тут вот подходим, заходим в редактор. Открываем. По идее, должен быть стандартный самолет, поэтому он должен, наверное, без проблем заспавниться. На самом деле, я не уверен. А вот, какой-то есть опыт. Друзья, получилось у меня заспавнить самолет, но он заспавнился почему-то не внутри, то есть не вот здесь. Было бы, конечно, круто, если бы он прямо здесь спавнился. Давайте, ну, представим, что он заспавнился здесь. То есть мы такие должны выехать. Ну, в общем, странный самолет. Вроде он находится, типа, где... Блин, а вот как теперь убрать его? Матч, ремув, где убрать машину? Рестарт, ремув, во, нашел. Ладно, хрен с ним, в общем, ну вы поняли, здесь можно заспавнить самолет. Кстати, смотрите, когда мы бегаем, начала шататься камера, или так и было, честно говоря, я не очень помню. Блин, кстати, знаете, что я еще хочу проверить? Раньше, помните, в Брикриксе было, что когда тебя ранят, то у тебя сереет экран. Потом это почему-то убрали. Давайте-ка проверим. Так, 66 хп. Блин, заново 100. Ну, вроде как цвет такой же. Наверное, ничего не поменялось. Так, ладно, садимся снова в машину. Ну, хотя, подожди, давайте-ка так посмотрим. Ну, в принципе, аэропорт такой, какой и был, грубо говоря, по размерам, да? Хотя могу немножко ошибаться. Ну, в принципе, ладно. В принципе, на аэропорт можно больше не смотреть. Но все равно, смотрите, то есть здесь он мог такое же бы здание поставить, как... Что-то у меня подлагивает, как в прошлый раз. Ну, в смысле, как на той карте. Но здесь новое здание. Давайте-ка теперь, наверное, съездим. Ну, это, в принципе, логично уже в главный город. А то я тут, блин, буду до утра просто сидеть. Смотри, кстати, поезд едет. Тут и железная дорога. Она теперь, блин, не просто круглая. Она теперь как-то более-менее нормально так сделана. Кстати, здесь надо притормозить. Потому что здесь у нас... Вот так аккуратненько. Кстати, смотри, здесь какие-то... Немножко есть вот таких вот домиков при железнодорожных, так, три домика каких-то. Так, ну ладно, давайте уже будем въезжать в сам Бриксвиль. Кстати, смотрите, даже есть табличка. Welcome to Brickulous Bricksville. Круто. Блин, смотрите, типа там дофига. И Community Project by... это типа какие-то чуваки делали тоже, видим, Project... Community Project. Видимо, помогали ему. То есть он не один уже этот город сделал. Но, в принципе, понятно. Хотя, возможно, кстати, вот эти вот домики некоторые, это люди делали с помощью Brickrix, а он их как-то сюда так просто поставил. Ну, смотрите, но выглядит очень круто. Вы посмотрите, сколько здесь домов теперь. Здесь можно, блин, нахрен просто теперь потеряться. Офигеть. Не, ребят, сделано, конечно, очень круто. Город, блин, очень крутой. Извините. Я буду это повторять долго. Я думаю, что, ну реально, по сравнению с старым городом, этот город это просто пушечка. Здесь можно теперь разгуляться. Я думаю, что он достаточно
достаточно долго будет надоедать, то есть не быстро надоест. Ну, вы поняли, что я хотел сказать. Так, здесь у нас какой-то, смотрите, главная улица, какой-то проспект, я бы даже сказал. Так, это, походу, гараж. Так, здесь, смотрите, вообще вот такие здания крутые. В таком стиле, я не знаю, как, какого-то американском, блин, старинном, таким, более-менее старинном. Так, здесь какая-то, типа, закусочная, наверное. Хотя, я не знаю, блин, полицейский участок. Полицейский участок, так, это что такое? Какой-то дом, так, тут какая-то, ну, так, такой, блин, такой домик, то есть квартирный. То есть, да, здесь уже, видите, квартирные домики пошли, так, заправочка. Давайте вот так вот со свободной камеры пока посмотрим, только пока я буду все объезжать, то, блин, никакого времени не хватит. Так, здесь гаражик, здесь какой-то, смотрите, такая... А, подождите, я его уже показывал уже. Так, здесь какой-то, ну, можно сказать, что это какие-то, типа, супермаркеты. Так, опять пицца Пэлас. Это типа дворец пиццы, это, видимо, местные, так сказать, опять, да, местные монополисты в сфере пиццерий. Так, здесь, блин, смотрите, какая крутая здесь теперь парковочка. Вот это, кстати, реально круто выглядит. Парковочка прям модная, мощная. Так, а здесь, видимо, гараж, да? Видимо, да. Так, опа, смотрите, какое тоже здание крутое. Похоже на какой-то или типа школу, или какой-то университет, что-то типа... А, это вокзал, ни хрена себе. Ни хрена, подождите. Так, подождите, реально вокзал. Вот это, блин, нахрен круто. Посмотрите. Реально вокзал. Так, как Бриквелли, Брикхэмптон, Брикшир. Смотрите, тут как это, офигеть. Блин, ребята, ну вот этого я точно не ожидал. Посмотрите на этот вокзал, он просто прекрасен. Ядрить, колотить? Не, ну разработчик, конечно, красавчик. Так, здесь как-то в отдельности такие домики стоят. Здесь прям, смотрите, забором обнесено. Даже, блин, мусорные баки даже. Офигеть. Так, а вот здесь, кстати, мы сможем залезть? Так. Вот это, блин, ребят, ну тоже мелочи, приятно. То есть мы можем вот так вот залезть на эту крышу. Я сказал, вот так вот залезть на эту крышу. А, блин, на крышу не получится, жалко. Жалко, ну можно, оп, типа мы залезли. Ладно, давайте-ка еще посмотрим, что здесь у нас имеется. Так, огромная теперь свалка. Кстати, смотрите, здесь прям машины есть. Правда, они все почему-то такие одинаковые, но в любом случае лучше, чем ничего. То есть здесь есть такие старые машины. Так, домики. Так, еще почему-нибудь интересненькое надо найти. Домики. Так, ну, естественно, небоскребы, кстати, такие же. Ну, вроде как да, но смотри, здесь на крыше добавлены... А, нет, в принципе, там тоже были на крыше всякие штуки. Ну, такие высоточки, да? Высоточки. Ну, вот это, кстати, смотри, тоже прикольный домик. А, это полицейский участок. А, тут был же уже вроде. А, это он и был. Ха. Вот это я, конечно, лоханулся. Так, здесь у нас пожарочка. Ну и, в принципе, все. О, вот здесь, кстати, прикольно, смотрите, текстурка такая у дороги разбитая. Так, ну вот здесь, я так понял, это пока что пустые участки, которые будут потом застраиваться. Здесь мини-аэродромчик, мини-аэропорт. Так, ну я думаю, что осталось ездить только, если я ничего не забыл, осталось ездить только к, как ее называется, к атомной какой-то там станции, к электростанции. Давайте поехали. Поехали, друзья, сейчас посмотрим, что там да как. Но, ребят, ну согласитесь, город просто офигенный. Он просто, блин, огромный. Тихо. Так, я так понял, что это текстура или... Вроде как текстура, да, это все более-менее ровно. Так, здесь мы выезжаем, да, из города, получается. Здесь тоже Welcome Bricksfield, бла-бла-бла. Блин, кстати, давайте посмотрим на железную дорогу, как она идет. То есть она идет вот так. А, хотя все-таки она идет... Ну, не совсем кругом, смотрите, то есть... Вот тут вот, через вокзал. Потом здесь, смотрите, оп, она так, немножко змейка идет. Это прикольно, кстати, сделано. А интересно, блин, если есть вокзал... Ну, я так думаю, что здесь поезда спавнить нельзя. То есть только вот этот ездит, а, к сожалению, в него ты особо не сядешь. Ну, ладно, хрен... Так, я сдох. Хрен с ним. Так, подождите, куда я еду-то? Я еду. Так, поехали. Здесь тоже немножко, видите, так, текстурка. Но здесь хотя бы еще более-менее выглядит, потому что такая гравичка, то есть... Здесь еще более-менее. Так, а ну можно было вообще-то вон заезд был, но это такой второй, так сказать, второй путь. И здесь, блин, настоящая электростанция, посмотрите. Какие-то здания. И самая настоящая, смотрите, реально электростанция, это круто. Интересно, можно ли ее взорвать? О, блин. Вот это можно, конечно, взорвать. Ну, ладно, я думаю, что саму станцию мы не взорвем. Так, что я мог пропустить? Ну, вроде бы ничего не пропустил, ребят.
вот такой вот обзор новой карты. Я думаю, что на этом можно закончить. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большущие пальчики вверх. Пишите какие-то свои комментарии. Это новая серия по Brick Rix. Не заставит себя долго ждать.